Помочь пострадавшему пытались десятки неравнодушных автолюбителей. Они и вызвали спасательные службы. Кабину второго тягача с белорусскими номерами от удара сорвало с площадки. Водитель смог выбраться из машины самостоятельно. По предварительной версии, причиной ДТП могла стать скользкая дорога, из-за чего водитель больше груза с белорусскими номерами не справился с управлением и выехал на встречную полосу.